Привет, котики и зайчики, девочки и мальчики, с вами я, Ангелина. Сегодня у нас мукбанг, великолепные манты. Вот такие, у меня сок, конечно, из них вон вытекает. Не знаю, сколько машу вот эту мантоварку маслом, все равно, когда накладываешь, уже и стараешься этой лопаточкой поддеть, и что-то, и все равно сок, вот, ну, дырочки отсюда, вот это, с этого. Ну, мантоварка наша с дырками там, с этими. Вот. Манты такие вот вкусненькие. Я их уже покупала. Но это не я лепила. Вот. Мы их иногда берем, что таить, как говорится. Иногда покупаем. Ну, в основном я сама леплю. Вот. Называются они манты хуторские. Вот такие манты Ермак. Они без картофеля, мясные. Это у нас в Башкирии делают. Производитель город Ишимбай. Привет, кто из города Ишимбай. В общем, приступим. Сейчас я, наверное, намажу сметанкой. Кто скоммуниздил мою ложечку? А, вот у меня сын как раз это кушал сейчас. А сметану с соусом сделал. Сейчас я вот так вот намажу. Немножечко сметанкой полью. И будем кушать. У меня муж вообще ложкой ест манты. Но я, не знаю, как-то поближе подвинусь. Буду аккуратно кушать, не заляпаться. Но бульончика здесь вообще очень много. Из-за этого они такие прям сочные. Уже весь бульон, блин, вытек. И мясо здесь нормальное, вкусно. Вот такие вкусненькие, сочненькие. Мяса достаточно, вот. Оно по вкусу хорошее. Молодцы, конечно, ребята делают вкусные манты. Из всех, что мы вот пробовали, покупали. Вот эти самые вкусные. Короче, сегодня ничего не готовлю. У меня как раз манты были, я покупала. Надо их съесть. Хинкали уже налепила, но это к приезду мужа. В общем, дождика сегодня у нас нету, погода такая. Ну, 20 градусов, тучки так периодически бегают, но дождя не было еще вот так вот. Уже даже лужа немножко все просохла. Хочу сейчас выйти. Недалеко рынок есть маленький. Там хочу посмотреть домашние помидорки. И к мужу приезда тоже хочу купить. Да и сама я даже в этом году еще помидорку ни одну не съела домашнюю. Хочется, в общем, побаловать. Ну, посмотреть, что там продают. Прогуляться, потому что дома я уже так-то все переделала. Завтра селедку под шубой буду готовить. Сварила свеклу. Морковку, в общем, картошку. Дома что-то надоело сидеть. Скука скучная прям. Если увидите такие вот манты, я не знаю, вообще в других городах навряд ли. Только в Башкирии, наверное, продают их. Хуторские. Еще раз покажу вот такие вот манты. Можете брать. У меня полотенчика здесь рядом. У меня мама такая, блин, интересно, звонит мне сейчас. Как говорит, ой, сейчас тебе что скажу, что скажу. Я говорю, что? Ой, сядь, а то это, типа, сядь. Думаю, господи, что случилось-то чуть? Вот она, знаете, любит так вот интригу прям. Мало ли что, да?
Ой, у нас соседка умерла. Я говорю, господи, ты меня, говорю, напугала, блин. Думаю, ну, мало ли кто из родственников. Вот она любит так вот, знаете. Сначала, сядь, сядь, я тебе что скажу. Я, ну, знала ее, ну, как соседку у нее видела просто. Ну, не родственник же, как бы. Я говорю, ну, спросила, что случилось. Оказалось, там, ну, женщина. Сколько ей лет-то? Моей маме 68, по-моему, моей маме. Она, говорит, на 5 лет моложе. В общем, забрали в скорую вчера ее. Дома боли начались. У нее оказался камень в почке. Вот. И, ну вот, ночью умерла в больнице. Ничего не смогли сделать. У нее оторвался, в общем, камень в почке. И какую-то протоку что-то забил там. И, в общем, все. Умерла она. Конечно, кошмар. Ну, мама, говорит, там сходила на там, последний путь, как говорится, проводила. Все. Но она такая интригантка, я чуть, я говорю, у меня чуть паника уже, такая в обморок не упала. Что там случилось? Она там, ой, сядь. Завтра уборочка, готовочка. Все, последний день, у меня муж в воскресенье утром приедет уже. Завтра суббота. Подготовочка. Встречать буду. Красную дорожку ему постелю. Шучу. Короче, дети у меня поели. За собой тарелки тут везде остались. Со сметанкой попробуем. Мне, конечно, нравится, знаете, манты с этим, с хреновиной кушать. Но сейчас вот на улицу не хочу идти, я потом пить. Захочу от нее чеснок, там же все-таки хрен. Ну прям сок льется. Ну, манты, хинкали их так рукой берешь. За хвостик и ешь. А эти, как их вот, с них все выливается. Как паратона. Похрюкать можно. Ой, отцепись. Сегодня пожарила на завтрак, короче, кабачок с яйцом. Это, ну, канал Жизни Лен есть. У меня в подписчиках тоже женщина. Она как-то готовила, в общем, кабачок кругляшками. Обжариваешь. И потом вбиваешь туда яйца. Я сделала глазунью. Не разматывала этот желток. Вот сегодня пожарила вообще так вкусно. Спасибо, Елен. Очень вкусный рецептик. И, кстати, быстро. Вот у меня кабачок остался, я его просто пожарила еще. Прикольно, короче, получается. Яичница и кабачок. Попробуйте, сделайте, очень вкусно. Получается. Вся тарелка в соке. Жалко же выливать-то добро. Самое вкусное. Интересно, вот они лепят манты так цветочком таким вот, с дырочками. Я уже сейчас замазала его сметаной, ну вот такой, цветочечком. Как бы вам показать, вот. Я так не умею лепить. Я обычно леплю. Манты бывают вот круглые, тоже посередине дырочка. Или такой классический вариант, вот, как объяснить-то. Ну, как обычно, я не знаю, кто как. Ну, может, вы так лепите, я не знаю, я так не умею. Ну, красиво получается. Думаю, 4 штучки будет мне достаточно. Тем более, сейчас на улицу пойдем. Чтоб в лом не было ходить. Что я вчера? У нас вчера день-то как прошел-то? А, мы пошли же с Дашей прогуляться. Она одела резиновые сапоги, по всем лужам она ходила. У нас такие лужи там. Дождь вчера весь день лил. Я зонтик взяла. И это.
Дашка все лужи померила, проходила по всем лужам. Бульон, ну что ты выливаешься? Живительный бульончик. Но они такие довольно жирненькие. Хотя мясо больше, мне кажется, говядина, потому что как-то говяжье. Но довольно жирненькие, вот кому нравится. Не знаю, я считаю, манты они как-то жирненькие должны быть. Короче, не умею я эти манты есть. Так. Как могу, так и ем. Ну, вчера с Дашей погуляли под дождиком. Раз, классно было. Погода радует все равно, хоть от жары немного. Зато одно это, что дома прохладно, спать хорошо. Прям зашибись. Кстати, кудряшки-то у меня, я же сегодня завивалась, вот видео это. Но дело в том, что я ходила с распущенными волосами, но потом я стала тут гладить белье, мне жарко стало, я их завязала в пучок. Ну, а так мне вот этот лайфхак, кстати, очень понравился, я потом еще как-нибудь буду даже, ну, классно, волосы завить, и не надо никаких этих плоек и всякой ерунды. И от того, что жарко от волос, если бы я на улицу, то есть сделал прическу там, и пошел сразу, то я бы это не делала. А так как я дома тут делала домашние дела, мне пришлось завязать волосы. И сейчас я вот распустила, они у меня уже это, ну такие, мне уже не такие кудри. В общем, после того, как пучок. И, ну, можно было бы лаком зафиксировать, тогда бы они дольше, это до вечера бы точно, наверное, продержались. Ну, хотя с моими волосами... Вообще, они у меня распрямляются. Вот я управилась. Попить, конечно, что-нибудь надо бы. В общем, сейчас сходим, посмотрим, почем у нас помидоры. Может, подешевело немножечко. Соус доедаю. Куплю, может, помидорки. Ой. Простите. Великодушно. Ну, спасибо за просмотр. Я с вами пообедала или поужинала вместе. Ставим лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Хорошего настроения. До скорой встречи.